19 июля 2023 год. Сегодня сентенция будет парочка, наверное. Первая звучит так. Ничто так не формирует внутренний стержень, как сажение на кол. Написал я 27 июля 2010 года. Это не так важно, но просто дата написания афоризма, да? И второй афоризм, недавно упоминаемый мной в связи с походом Пригожина на Москву и неспособностью кадыровцев спасти Москву от Пригожина, застрявших в пробке. Звучит так афоризм. Герой нашего времени не лезет в бутылку. Он по большей части торчит в пробке. Написал 27 июля 2012 года. Да? 2012 года.